Сегодня в 3 часа 59 минут транспортный корабль «Прогресс» успешно пристыковался к космической станции. Напомню, 30 июня с космодромом Байконур стартовала ракета-носитель, на которую была нанесена символика Чувашской республики. Этот полет, без сомнений, попадет в историю космонавтики. А вот окажется ли стенд, ему посвященный в музее космодрома, известно станет через несколько лет. Надежда Яковлева осмотрела экспозицию. Как и когда можно будет прикоснуться к таинственному космосу, не выезжая из Чебоксар? 10 тысяч единиц хранения, космос под стеклом, скафандры и сувениры, автографы космонавтов и их личные вещи, даже фрагменты космических аппаратов, ничего не собирали специально. Все дарили космонавты, что-то оставалось после стартов. В советское время это место было исключительно засекречено. Само слово «Байконур» не фигурировало даже в официальных документах. И в сообщении Левитана о человеке в космосе ни слова об этом месте. Выведя на орбиту вокруг Земли, первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Сейчас наша страна арендует эту территорию у Казахстана, но музей русской космонавтики все равно пополняется. Вот эти картины написал Алексей Леонов на реабилитации после полета. О том, чтобы вывести пейзажи с видами Байконура, не было и речи. Конечно, экспонатов, связанных с первыми конструкторами и космонавтами, здесь особенно много. В том числе и рассказывающих об Андриане Николаеве. А помнишь, где был иллюминатор Николаева? И в эфире стал восторженно кричать: «Андриан, как твое самочувствие? Я тебя вижу». На что Андриан Николаев ему строго ответил: «Почему ты со мной разговариваешь на помощь шифры, нас ведь накажут». Но Поповичу нисколько не испортилось настроение. Он сказал: пусть сначала достанут, а потом уже накажут. С Байконура на орбиту отправились 282 космонавта, и все они до полета были в музее космонавтики. В том числе и дети чуваши Андриан Николаев, Муса Манаров и Николай Бударин. Экспонаты, рассказывающие об их полете, возможно, в скором времени увидят и жители республики. Музей космонавтики хочет организовать обменные выставки. Сергей Королев. Это имя и сегодня на Байконуре произносят часто и с придыханием. Многие объекты, находящиеся на территории космодрома, построены при его участии, в том числе и этот музей. Восхищение гением человеческой мысли, чувство, которое остается после посещения у взрослых. Дети выходят с мечтами о близком и далеком космосе. Это точка, которая известна во всем мире, с которой стартовал Гагарин. И для меня это нечто потрясающее, поскольку я с примерно 7 класса увлечен космосом, мечтаю поступить в Самарский государственный университет, в котором я пройду обучение на специальность инженера космической отрасли какой-нибудь. И обязательно буду участвовать в будущей разработке и запуске космических кораблей. Возможно, уже через несколько лет разработки Миши Родионова изменят мир. А потом обязательно станут экспонатами Музея безграничного космоса. Надежда Яковлева, Юрий Марков, Республика.